Привет, моделисты и моделистки. И Кей, город сенати штат Огайо. Топ камера Я, ребят, не хочу вас доставать с этими <смешно> тест-стендами. Я кое-что хочу прояснить. Вот этот вот первый. Это SMT. Немецкая компания, которая уже out of business. Их нет. Я так думаю, что Морклин, вот этот второй стенд, поглотил их где-то в конце 2000-х и стал выпускать свои вот такие. Этот я купил в Кельне в 2000 году. Компания была очень мощная, они делали там различные variety, да, там на, на все практически, какие-то спидометры. Но не знаю, что уж случилось. Короче говоря, Марклин, они, видите, практически идентичные. С Марклином, конечно, всегда что-то случается тоже. Марклин попал под банкротство, и, наверное, они тоже, когда поглотили он, поглотили SMT, начали выпускать. Они в таком такие, а потом стали делать черные. У них новые э, вот эти вот контактные группы. Старые они гораздо старого, гораздо больше старого образца. То есть. Вот такие проводочки, вернее, не проводочки, а такие разъемчики, вот такие работают только вот с этим новым, так? Теперь, потом, да, Марклин попал в банкротство и где-то новые стали выпускать такие вороненые, черные. Их можно найти на eBay, обе, только смотреть внимательно, потому что SMT там обычно очень убитые старые. Марклин можно найти практически новый, цены, конечно же, за пределы. Запредельный. Так, далее. А, вот это вот, как говорится, рабочий, его можно купить сейчас. То есть, это турецкая компания делает для Бакмана, мы сами продаем. Я еще не продал ни одного, потому что мы только получили их там три недели назад, что-то в этом духе. Вначале я немножко скептиз был такой. Но потом я как-то покрутил, повертел. Мне понравилось. То есть я это использую сейчас. Ну, конечно, я использую. И Марклин и э, SMT. Этот в основном на паровозы. Почему два? Потому что у меня было много работ, и я из магазина даже возил домой, продолжал вечером работать. Вот. И очень удобно. Маленький паровозик сюда. Ну, в основном стимеры, да, большое что-то сюда. Биг бой сюда влезает только. Так. Теперь еще одна из компаний. Их много продают на eBay. Uh, я говорю о такие Три Три кру... Тюбс, uh, да, ну, в общем, три Видите, как хорошо Сейчас продолжаю объяснять Ну, что-то в этом толщины Вот такой, три, значит, направляющие Да, uh, с окончанием Как здесь И куча таких тонких-тонких Осей с подшипниками Смотрится очень ну, так, ну, для меня смотрится не, не очень так надежно. Но я слышал от отзывы, стоит, по-моему, где-то от 50, 50 до 60 долларов. Отзывы пока хорошие. Я не видел distribu distribu Distributors здесь в Америке, только на eBay. Uh, по-моему, Walters такое не продает. Еще сам, не, да, сам Walters продает, ну, разумеется, это Бакман то есть для меня Волтерс показатель, они стараются не, не продавать что-то такое не, не то, им не нравится. Хотя это надо уточнить. У, у Бакмана есть свои маленькие такие вот роллер stands какие-то, да. Из них они очень дорогие, но они очень качественные. Я из них буду свой сделать этот тест стенд. Так, и, так сказать, на десерт еще одна компания есть из Тай, Тайваня. Они сделали просто, ну, близко очень практически в ноль некоторые моменты вот этот Марклин. Они не так их не чернили. Веб-сайт uh, у них совершенно мутный. Uh, все они сразу отправляют вас на eBay. Ну, там какие-то есть, uh, не знаю, может, компания уже потихонечку отваливает. Но ну, такое впечатление, что у них там есть uh, разного тоже фасона но это цены конечно тоже запредельные и выглядит как вот этот марклин так что Моя рекомендация будет искать вот либо такой старенький SMT или Marklin на 12, если вы Америкой занимаетесь. По-моему, обыкновенный на 8. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Окей, на 10. На 10, по-моему, это самый большой, на 10 колес все будет нормально. Спасибо, ребят, за внимание. Какие-то вопросы будут, я с удовольствием вам отвечу. Давай.